it went ooh. И всем здравствуйте, дорогие слушатели, подписчики нашего канала, любимые зрители, всем привет, ребята, с вами сегодня Шмель и Паучок. Поздоровайся. Здорово. Да, и сегодня такой небольшой конкурсик на самом деле будет на серве там, как называется серв? Fine Game. Да, на Fine Game. Вот такой сервер. На вот этот вот домик. Вот такой домик, который мы построили. С чем это связано? А связано это с тем, то, что, ну, сами понимаете, недавно был праздник. Какой там День Святого Валентина. И надо было что-то вот такое вот тут разыграть. Вот ты вообще, как я смотрю на твой ник, у тебя там лоуд. Ну и чё, у тебя креатив. Ну вот именно. Слушай, не ругай меня, я и так тут, значит, стараюсь, а ты меня это ещё ругаешь. У тебя была вся только админка. Ну, ты, скажем, в нём поднимаешься всё выше и выше. Ну, прикинь, скоро так создателем буду сервера. Потом сам сервер этот выкуплю. Нет, нельзя покупать его. Я знаю. Тут сам создать. Ладно, в общем, ребята, мы вас поздравляем с Днем Святого Валентина, конечно, у кого есть там любовь. У меня ее нету, так что меня не поздравляйте. Я ненавижу тех людей, которые меня с этим поздравляют. Это вообще такая тупость. У меня значит, девушки нет, меня все равно поздравляют. Это довольно-таки странно. Ну ладно, не суть важно. В общем, мы разыграем этот домик. Вам что нужно сделать? В первую очередь это поставить Лойс. Да. Второе. Подписаться вот в натуре вот обязательно. А если даже сервер, допустим, там вайпнут, да, или еще что-то с ним случится, мы постараемся вам построить абсолютно такой же домик. Да, вот мы вот вам отвечаем, что построим такой же домик. Ну, вроде как все над этим, да? Также не забываем заходить на этот сервер Funny Game. О, кстати, координаты, если что, можете сюда прийти посмотреть на этот домик. Хотя нет, мы сейчас даже сами его покажем, да? Ну, паучок. Ага. Ты где вообще? Я тут, Акаки. Ну, ты чё, Акаки? Самое главное, тут это шерсть. Да, самое главное, тут вообще приятная такая шерсть. Только самое главное, шерсть не вымойте. Угу. Сундук, короче, смотрим. Тут до хрена ресурсов, только я не знаю, зачем ведро тут нужно. Потому что ведро тут все равно нельзя использовать на этом сервере. Ну, в смысле, ведро с водой. Ведро-то можно брать. Только оно бессмысленно. Подержи мой этот. Чё? Бомбусик? Ага, и мои тентишки. Ой, я книжку удалил. Давай обратно тебе все. Ай. Давай, давай, мои тентишки. Такс. Потом, что тут есть? Блоки, книга на 1000 левел, тут вот такой вот. Книга, кстати, на 1000 левел не пригодится, потому что не смогут зачаровать. Ну, вдруг у них будет очень большой опыт. Тут пластинки. Сам она, кстати, не смогут. Тут ваша комната для спать, печеньки, мечи, всякое барахло. Короче, можете это потом все переложить. Вон там тортики. Пластинки тут. Тут вообще много тортиков, еды, короче. Жать. Тут балкончик такой небольшой. Если вам нравится этот домик, кому он в натуре вот нужен, можете поставить и сказать, там, написать участие. Это не так, ребята, сложно, я вам отвечаю. Также, если под этим видео набирается 20 лайков, да, вот именно 20, ну или 15, хотя бы, ладно, будем 15. То новое видео выйдет вот в натуре вот сразу же, я вам отвечаю, как чебурат. А мы сейчас заснимем сразу же после этого. А, ну можно. Короче, давай закончим в первую очередь. Да, вы заметили то, что новое теперь интро в начале. Кому нравится, тоже ставьте лайк ради этого интро. Или вам понравится. Ну, пишите, если вам, короче, не устраивает что-то в этом интро. Вы хотите, чтобы прошлое было. Ну и так далее. Короче, подписываемся, ставим лайки, лойки. Всем удачи, всем пока-пока. Пока. Пока.